还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。你的轮廓，黑暗中淹没，回忆住了这座，握不住你的手。Согласен с вами. Где барышня? Папа. Я же спала. Зачем велел меня разбудить? Соберись. Прояви хоть каплю уважения. Господин Джао принес подарок от императрицы. Поблагодари его. Господин Джао, вы тут общайтесь, а у меня неотложные дела. Вынужден вас оставить. Это дендробиумы. Подарок императрицы. Вам нравится? Премного благодарна Ее Величеству. К слову, я слышала от отца, что императрица хвалила вас перед всеми министрами и военными. Еще и повысила даже. Надо же, какой вы молодец. Это искренне? А почему это нет? Ведь мы с вами хорошие знакомые все-таки. А чего же мне не радоваться за вас? Мы столько пережили вместе, а теперь оказывается, мы всего лишь знакомые. А этого мало? Я и так уже жалею, что знакома с вами. Где Мулы? Умер. Я его похоронила. Вы вините меня в смерти, Мулэ? Так сильно на меня обижены? Джао Ланжи, что вы тогда мне сказали? Что позволите мне взять его живым, а что в итоге напали на него из-под тишка? Сколько мне объяснять? Я не отдавал приказа. Почему вы мне не верите? Юанянь, вы интересная и храбрая девушка. Любите риск. Но я должен напомнить вам, что во всем нужно знать меру. Скажите, кто этот старик и откуда он, который вылечил меня? Я уже много раз говорила, он бродячий лекарь. Но господин Е только что сказал, что он ваш дальний родственник. И кто же из вас врет? Не спешите с ответом. Вы неважно выглядите. Лучше идите отдыхать. Запомните, что я сказал. Вы можете играть, но не с законом. А кто здесь закон? Разве это не вы, Джао Ланжи? Младший распорядитель палаты по уголовным делам. Джао Ланжи, я больше всего ненавижу вас, то, что вам важны только разумные доводы, а не чувства. Раз вы такой бесчувственный, уходите и лучше нам больше не встречаться никогда, ясно вам?
Посмотрите, господин Джао. Это материалы дела о расправе над монахами в храме Благодати, а также приказ на арест, подписанный императором. Господин Джао, это портрет того преступника Чэнь Тяньшу. Хорошо. Я понял. Я преследовал его по наводке осведомителя, когда был во Вьетнаме. Но ему удалось сбежать. Потом я поступил на службу, и мне было не до него. Да и не было зацепок. Поэтому я отложил это дело. У вас появились какие-то новые зацепки? Это самое громкое дело того времени. С тех пор уже много времени прошло. Никто больше не занимался его расследованием. Вам зачтется, если вы сможете раскрыть это дело. Юаньань, я давно подозревал, что у вас есть искусный наставник. Но вы все отрицали. Я не принимал всерьез ваши уловки, потому что видел в вас наивную девушку. И надеялся, что это не Чэнь Тяньшу. Но это точно он на портрете. Ошибки быть не может. Юаньань, как вы осмелились? Не побоялись спасать разбойника, укрывать преступника? Неужели мы с вами станем врагами? Ну нет. Раз я узнал, что это он, не могу позволить ему снова сбежать. Чэнь Тяньшу. Я тебя арестую. Юаньань. Юаньань. Юаньань, скажи мне, кто этот старик, которого ты привела в наш дом? Джао Ланжи теперь на службе в палате по уголовным делам. Он как раз занимается давними делами. Сегодня ни с того ни с сего спросил про этого человека. Джао Ланжи всего лишь задал вопрос, а ты уже перепугался. Ты министр финансов, у тебя пост выше, чем у него. Чего тебе бояться? Хватит мне зубы заговаривать. Мне все же кажется, что этот старик очень странный. Как его зовут? Из какой он семьи? Кто он такой? Отец. Когда он вышел из погреба, он спас меня и тебе давал советы. А сколько он сделал для нашей семьи? Все было так хорошо, зачем ты стал выспрашивать про него? Какое имеет значение его имя? Ли Шимин подойдет? Что за ребенок? Ну как можно упоминать имя прошлого императора? Что за шутки? Хочешь лишиться головы? Я не знаю, кто он такой, но мне кажется, что наше поместье не для него. Ну нет. Нельзя его здесь оставлять. Значит так, сейчас же, выпроводи его. Пользоваться человеком и выбросить, на такое я не пойду. Но ты должна. Болит. Болит. Какая боль. Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Величество, как вы? Ах, вы презренные. Чем вы? Накормили его величество. Почему опять приступ, хотя пару дней назад все было нормально? Зовите императорского лекаря. Слушаюсь. Ваше величество. Мэйнян. Не ругай их. Мне приснился кошмар. Скорее, принеси мне эликсир, который дал государственный наставник. От него мне станет легче. Быстрее. Неси уже. Мне так больно. По приказу императрицы, я уничтожил весь эликсир, что давал государственный наставник.
Позовите государственного наставника. Слушаюсь. Ваше Величество. Ваше Величество. У Вашего Величества уже давно не болела голова. Почему вдруг сегодня боль вернулась? Государственный наставник, скажу вам правду. Мне приснился кошмар. Стража! Стража! На помощь! На помощь! Стража! Стража! На помощь! Стража! На помощь! Стража! Наверное, Ваше Величество устает от государственных дел. Это из-за эмоционального стресса. Ничего серьезного, я полагаю. Но это был такой странный сон. Возможно, в нем есть какой-то скрытый смысл. Государственный наставник, расскажите, если сможете разгадать. Государственный наставник, это касается здоровья Его Величества. Говорите то, что думаете. 19 лет назад скончался учитель Сюаньцзан. Мой соученик Тяньшу устроил кровавую расправу над своими товарищами. Вы же помните об этом деле, Ваше Величество? Как я могла это забыть? В той трагической бойне вы защитили тело мастера Сюаньцзана. Его Величество отдал приказ об аресте монаха Тяньшу, но он до сих пор не пойман. 19 лет прошло с той бойни в Храме Благодати. Вы хотите сказать... Я могу лишь на время ослабить боль Его Величества, но небеса будут гневаться, пока это дело не будет закрыто, и через сон будут напоминать Вашему Величеству, что Тяньши должен быть наказан, чтобы успокоить души мертвых. Иначе болезнь Вашего Величества... Вот оно что. Это дело должно быть закрыто. Немедленно арестовать монаха Тяньшу. Ваше Величество, 19 лет прошло, а его так и не поймали. Мы даже не знаем, жив он или мертв. Как мы сможем сию минуту его арестовать? Государственный наставник, наверное, у вас есть предложение? Ваша правда, Ваше Величество. Я люто ненавижу Тяньшу. За 19 лет я ни разу это не забыл. Что я только не делал, чтобы найти его. Несколько месяцев назад мне стало кое-что известно. Вы хотите сказать, что знаете, где Тяньшу? Ваше Величество, я долго разыскивала Тяньшу по приказу государственного советника. И вот, наконец, я узнала, где он скрывается. Он сейчас в Лояне. В поместье министра финансов Е Фучена. Е Фучен? Как только он осмелился. Нам неизвестно, причастен ли к этому министр Е. Но укрывает Тяньшу его дочь, Е Юанянь. Юанянь? Она так молода, как она может быть в этом замешана? Хватит вопросов.
немедленно обыскать поместье семьи Е и арестовать Тяньшу. Посадить всех подозреваемых в укрывательстве преступника. Минхуэй, ты уверена? Готова принять любое наказание, если Тяньшу не окажется в поместье семьи Е. Но без вашего приказа я не смею взять на себя такую ответственность. Потому что я не состою на государственной или военной службе. Кого тогда мне отправить? Я рекомендую отправить младшего распорядителя палаты по уголовным делам, Джао Ланжи. Хорошо. Передайте Джао Ланжи мой приказ. Пусть он сегодня же ночью займется этим делом. Если все подтвердится, Тяньшу должен быть арестован. Слушаюсь. Глаз не спускай с Джао Ланжи. Да. Приказ императрицы Джао Ланжи должен незамедлительно отправиться в поместье Е Фучена и арестовать преступника Чэнь Тяньшу. Господин Джао, зачем вы пришли к нам со стражей в столь поздний час? Я здесь по приказу императрицы, чтобы найти преступника Чэнь Тяньшу. Что? Чэнь Тяньшу? Этот человек оказывается Чэнь Тяньшу? Господин Джао, мне кажется, здесь какая-то ошибка. Мне нужно попросить аудиенции у императрицы. Господин Е, у меня ее приказ. Не усложняйте все. Дорогой. Что происходит? Они пришли конфисковать имущество? Наверняка сестра что-то натворила. Это все опять из-за Юаняня. Обыскать. Господин Джао. Господин Джао, ищите потайные комнаты и тайники. Обыщите каждый угол. И просмотрите именные карточки всех родственников семьи Е. Господин Джао. Что вы делаете? В нашем поместье в столь поздний час. Я уже сказал министру Е. Я ищу преступника Чэнь Тяньшу по приказу императрицы. Тогда вы, наверное, зря сюда пришли. Я даже не слышала о таком человеке. Юаньнянь, она бы не отправила, если бы не была полностью уверена. Мы оба знаем, кто он и где скрывается. Передайте его мне, а я попрошу милости у императрицы для вас. Даже не знаю, раз у вас приказ императрицы, поступайте, как знаете тогда. Господин, мы не нашли преступника и не нашли потайных комнат или тайников. На именных карточках поместья Фучена нет подозрительных людей. Господин, мы нашли странный погреб на заднем дворе. Покажите мне. Да, господин. Что это? Это погреб, где я храню свои разные вещи. Открывайте.
обыскать. Джао Ланджи, мы же с вами друзья. Может, не надо? Юанянь, я исполняю указ. Вы должны понимать, что закон безжалостен. Обыскать. Идемте. Что это? Бежим, быстрее. Надо выбираться. Господин Джао, там внутри ничего нет. Только несколько обезьян. Где вы спрятали Чэнь Тяньшу? Я же говорила, господин Джао. Видите, как неудобно получилось-то. Только не рассказывайте никому, что барышня Е держит дома обезьян, ладно? Это как-то нехорошо. Где вы спрятали Чэнь Тяньшу? Не понимаю я, о чем это вы. Господин Джао, вы со стражниками целую ночь обыскиваете наше поместье. Солнце скоро встанет. Наверняка столы уже накрывает. Может, позавтракаем вместе? Наш повар готовит отличные пампушки. Господин Е, это прекрасно, что преступника не нашли в вашем поместье. Я доложу об этом императрице. Развею ее подозрения. Вот и славно. Уходим. Папенька, я такая голодная у тебя. Идем уже завтракать, а? Помалкивай лучше. Юанянь. Скажи правду. Я знаю, что ты не успела его выпроводить. Вчера столько стражников его искали. Где ты его спрятала? А? Отец, лучше не думай об этом. Такое серьезное дело, как я могу не думать? Скажи мне, где ты его спрятала? Ешь давай, очень вкусно. Как я могу есть? Молодой господин, зеленый чай специально для вас. Ты посмотри на нее. Да где же ты его спрятала? Да. Что? Да вот же он. Дорогой, это тот преступник. Стражники не нашли его, и я решила, что Юанянь его выпроводила. Что теперь делать, дорогой? Юанянь, ты же говорила, что выпроводишь его. Почему он до сих пор в доме? Хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте. Он вчера всю ночь был под самым носом у стражи. Кто-нибудь его заметил? Так скажи, где может быть безопаснее, чем в поместье? Сестра, я долго терпел твои выходки, но сейчас ты перегибаешь палку. Мне все равно. Я сейчас же отведу этого старика к Джао Ланджи. Слушай сюда, братец. Этот старик спас мне жизнь. А что ты сделал? Пшел отсюда. Как ты смеешь? Он же твой брат. Ты так и собираешься его прятать? Это твое желание помогать друзьям и бороться за справедливость, но ты думаешь только о себе. Ты такая эгоистка. Скажи, о нас-то ты подумала? Задумывалась о наших жизнях? Ладно, хватит, зачем вы ругаетесь? Я уйду, и проблема решена. Девочка моя, ничего страшного. Столько лет пользовался гостеприимством, мы в расчете. Мне пора. Прощайте. Я провожу тебя. Юанянь! Дорогой. Остановитесь. Господа, кто в повозке?
Родственница господина Е. Покажите. Лодка скоро будет. Проплывешь 30 ли по этой реке, и будет конец Лояна. Ясно. Здесь документы и немного серебра еще есть. Это все, чем я могу помочь. Если негде будет остановиться. В 30 ли от Лояна есть храм Ваньсин. Его глава мой хороший знакомый. Скажи, что ты от меня. Я понял. Ты стала такая разговорчивая. Такой я человек. Привыкла полагаться только на себя. Ты спас мне жизнь. И не раз мне помогал. А еще многому научил. Недавно ты сказал, что люди не могут всегда быть вместе. Не думала, что скоро это случится. Ладно тебе. В мире нет ничего постоянного. Все предопределено. Быть может, и мы еще когда-нибудь встретимся. Мы обязательно встретимся. Хватит уже. Только жаль, что у меня нет ученика, некому передать мои знания. Если когда-нибудь у меня появится такая ученица, как ты, я буду очень счастлив. Правда? Вам не сбежать. Что вы здесь делаете? Если бы я вас не знал, то попался бы на вашу уловку и не нашел вас. Все-таки прятали его в поместье. А сейчас куда собрались? Пока я здесь, он никуда не уйдет. Ваши боевые способности восстановились? Императрица подарила мне снадобье с гор Тяньшань. Вы не забыли, кто спас вам жизнь? Это к делу не относится. Он спас мне жизнь, и я его должник. Но он преступник. И должник перед законом. Джао Ланжи, какой же вы бессердечный. Я не позволю. Отпустите. Беги, быстрее. Отпустите. Нет. Чэнь Тяньшу, вы убили столько людей. Как вы можете спокойно спать все эти годы? Эти 19 лет. Я прекрасно сплю и не отказываю себе в еде. Знаешь, почему? Потому что я не виновен. Хорошо. Раз вы не виновны, оправдайте себя в суде. Суд восстановит справедливость. Откуда в этом мире справедливость? 19 лет назад ее не было. Откуда ей сейчас взяться? Кровь! Джао Ланжи, вы меня ударили! У меня кровь! Дело дрянь. Как больно! Мне не подняться. Давайте. Ну, хватит, не плачьте. Что вы упрямитесь? Пусть он сам разбирается. А если он не виновен? Что за нелепость? Прошу вас, пожалуйста, отпустите его. Думаете, я не хотел бы его отпустить? Но что если... Ладно. Юаньань права. Я обязан вам жизнью. Если что, я вас не видел. Отлично, значит, ты меня не видел. Девочка моя, я запомню твою преданность. Может, еще свидимся.
Вы это видели? Ему не нужна лодка. Вряд ли бы вы справились с ним, если бы напали на него. Знаю. Но я все равно бы попробовал. Юанянь, надеюсь, вы понимаете, что я сделал это ради вас. Не хочу, чтобы вы считали меня бессердечным и жестоким. Я поняла. Вы же пришли сюда один. А вы сообразительны. Как и вы. И что вы собираетесь делать? Доложу императрице, что не нашел Чэнь Тяньшу в поместье семьи Е. Вы скажете неправду? Придется лгать императрице. Простите меня. Ваше Величество, я обыскал каждый угол поместья министра финансов, господина Е, но не нашел следов монаха Чэнь Тяньшу. Похоже, мы зря подозревали Юаняня. Мне сразу показалось это странным. Зачем дочери министра финансов укрывать преступника? Ваше Величество, княжна Мин Хуэй просит аудиенции. Она очень кстати, пусть войдет. Приветствую, Ваше Величество, Мин Хуэй. Я как раз хотела у тебя спросить. Я поручила Джао Ланжи ночью обыскать поместье семьи Е, но он не нашел монаха Чэнь Тяньшу. Что ты об этом думаешь? Я пришла как раз по этому поводу. Все было не так, как сказал господин Джао. Говори. Господин Джао, по вашему приказу, обыскал поместье семьи Е, но он опоздал. Я отправляла людей следить за Е Юанянь. В полночь они видели, как с заднего двора поместья отъехала повозка. Думаю, что Е Юанянь отправила в ней Тянь Чаньшу. Поэтому господин Джао со стражей не нашли монаха в поместье. Княжна, все это вздор. Господин Джао, я констатирую факты. Возможно, вы упустили некоторые детали дела, я просто их добавила. С чем вы не согласны? Или что-то скрываете? Нет. И что ты собираешься предпринять? Ваше Величество, это дело касается здоровья императора, и дело о жестокой расправе над монахами в храме Благодати. Ей Юанянь укрывала преступника Чэнь Тяньшу, и только она знает, где он может быть. Предлагаю посадить ее в тюрьму Министерства наказаний. После допросов с пристрастием она все расскажет. А если ты опять ошиблась? Ручаюсь своей головой, что ошибки быть не может. Хорошо, Мин Хуэй. Поверю тебе еще раз. Ты займешься этим делом. Княжна, вы постоянно подставляете Е Юанянь. Чего вы добиваетесь? Господин Джао, я не понимаю, о чем вы. Как это я ее подставила? Я просто рассказала правду. А вот вы, младший распорядитель палаты по уголовным делам, упустили важные детали. Вы солгали. Е Юанянь ночью не выпроваживала Чэнь Тяньшу. Да, это было не ночью, а днем. Она отпустила Чэнь Тяньшу под самым вашим носом. Я просто ошиблась во времени. А вот вы отпустили преступника и лгали императрице. Я сказала про нее, но скрыла про вас. Как вы меня отблагодарите? Вы следили за мной? Да. Почему? Почему? Вы нарушаете закон в угоду личных интересов и еще спрашиваете? Не стойте у меня на пути. Княжна, если с Юанянь что-нибудь случится, я не знаю, что с вами сделаю. Господин Джао, побеспокойтесь лучше о себе.
Зачем явилась? Ты укрывала преступника Чэнь Тяньшу. У меня приказ на твой арест. Но ведь поместье обыскали. Почему вы не оставите нас в покое? Отец, она просто нашла предлог. Я давно поняла, что ты стерва. Посмотрим, сможешь ли ты меня арестовать. Осторожно, берегись. Юанянь, барышня. Связать ей Юаняня, взять под стражу. Постойте. Княжна, куда вы ее уводите? В тюрьму Министерства наказаний. Княжна, прошу вас, не применяйте пытки. Господин Е, вы лучше подумайте, что будет с вами, когда вина вашей дочери будет доказана. Не переживайте за нее. Увести. Хозяйка, хозяйка, Юанянь, Юанянь. И что нам теперь делать, дорогой? Отец, нас ведь в это дело не втянут. Дорогой, папа, дорогой. Господин. Зовите лекаря. Бегите за лекарем, да. Дорогой. Отец. Стойте, господин Джао. Мы пропустим вас при наличии официальной бумаги. У вас она есть? У меня? Нет. Тогда уходите, пожалуйста. Послушай, у меня отличная идея. Давай ты будешь сотрудничать и честно признаешься, где укрываешь монаха Чэнь Тяньшу. Мне не кажется, что это отличная идея. И я вообще не понимаю, о чем ты. Если не согласишься, то испробуешь раскаленного железа. Проявлю милосердие и угощу разок. Звучит неплохо. Я как раз хотела сделать татуировку, но все руки не доходили. Да и папенька по головке не погладит. Если оставишь мне шрам, я так честно все отцу и расскажу. С чего ты взяла, что это будет на теле? Я засуну его тебе в рот и заставлю проглотить. Помнишь, я Юанянь? Как на горе Ходу ты запихивала еду мне в рот, помнишь? Так что я сейчас отплачу тебе той же монеткой. Ну так скажешь? Ладно, ладно, я скажу. Говори. Признаю, что ты красивее меня. У тебя кожа белее, открой рот, и глаза большие. Джао Ланджи, как вы сюда попали? Княжна Минхуэй, мне нужно с вами поговорить. Ладно. Говорите при мне, куда это вы убежали? Что за секреты такие? Вернись, Джао Ланджи. Господин Джао, я очень занята. Говорите быстрее, что хотели. Хотел напомнить, что вы мне должны. Чем же я вам обязана? Я закрыл вас от ядовитого ножа. Поэтому прошу вас не применять пыток, а только допрашивать. Но вы сами захотели меня спасти. Я не считаю, что обязана вам чем-то. Господин Джао, я, как и вы, исполняю приказы. Так что прошу вас не смешивать личную службу. Надеюсь, я понятно выразилась? Что мне сделать, чтобы вы не трогали Юанянь? Господин Джао, вы меня так и не поняли. Я выполняю свой долг и ничего не имею против Юанянь. Можете идти. Ну да. Вы же благородного происхождения и родственница императорской семьи.
Мне нечего предложить вам. Могу только просить, встав на колени. Будьте снисходительны, княжна. Вы преклонили колени? Что в ней такого, что вы готовы ради нее встать на колени? Отвечайте. Отвечайте. Для других, возможно, в ней нет ничего хорошего. Но в этом вся Юанянь. Сейчас